Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с вами играем в Freddy Skaker. Давненько я сюда вообще не заходил. И у меня, ребята, вот такие вот питомцы. Ну, это, можно сказать, самые лучшие на данный момент у меня вообще, которые когда-либо были. И, ребята, я вот этих вот еще пооткрывал. Я пооткрывал три раза, получается, по 800 робаксов. И мне выпал 50 и 35%. Ну, они что-то вообще какие-то тухленькие. Посмотрите на их характеристики. Может быть, конечно, если их закрафтить будет лучше, но, ребята, мы сегодня с вами, возможно, это узнаем. Перед просмотром обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А перед просмотром видео заходите на сайт Robux 500. На Robux 500 вы сможете всегда купить робуксы по низкой цене, плюс выдача осуществляется быстро через группу. Также у них проходят конкурсы и акции на сайте. Ссылка в закрепленном комментарии. А я, ребята, накопил 48 миллионов побед. Это, наверное, мой рекорд. В топ, конечно же, я не попал. Да, но, ребята... Делаем ресет и, ну, в общем, чтобы попасть в топ, надо 88 миллионов. У меня, ребята, 48. Ну, типа, окей, в принципе, если бы я еще покопил, то вполне мог бы попасть в топ-50, да? Давайте перейдем, ребят, я вот эти локации вообще не знаю. Тут у нас выходила вот эта локация, а здесь еще сейчас новая вот эта вот океаническая локация. Здесь я бегал, ребят. Здесь то, что круто, сейчас добавили вот здесь вот АФК, и это очень классно, ребят. Мы с вами можем, ну, просто прокачиваться. Нам, в общем, не надо сидеть около компьютера. АФК нажимаем и все, и прокачиваемся. Давайте посмотрим. Тут, кстати, смотрите, новый питомец какой-то. Но, как я понял, что он не супер такой крутой, да? Давайте-ка мы с вами посмотрим. Я убежал куда-то. Почему я такой быстрый? Как мне изменить скорость, ребят? Я не понимаю. Давайте. Если я сейчас сделаю даже ресет, то я все равно пройду дальше, да? Ладно. Давайте посмотрим. Окей, ребята, бежим дальше. И наша задача сейчас тогда, ну, добежать до самого конца, да, и посмотреть на нашу скорость максимально. Ну, 339 тысяч, не так много. Я хочу пооткрывать, ребята, самое крутое яйцо и посмотреть, что нам выпадет. У нас 48,4 миллиона. В принципе, нам вполне достаточно хватит, ну, пооткрывать, да, и, может быть, мы с вами даже улучшим наших пэтов. Ну, типа, может быть, а может быть и нет, ребят. Давайте сейчас узнаем, конечно же, какие нам питомцы выпадут. Ну и, возможно, даже вот эту штучку можно пооткрывать будет. Давайте, знаете, перед тем, как, конечно же, нам с вами открывать яйцо, мы с вами вот так сделаем себе X2, удачи, и X3, удачи. Вот таким вот образом покупаем, ребята. Мы с вами тратим, получается, 50 и 35 рубаксов, как я понимаю, да? Да, ребята, и давайте, вот оно, ребята, 5-миллионное. Давайте поближе подойдем. Блин, какой же я быстрый все-таки. Ну и погнали, ребят, давайте посмотрим. В принципе, у нас есть шансы выбить какого-нибудь, например, 13, либо, ну, 007. Вряд ли, но ладно. Погнали, ребята, 5 миллионов. Открываем. Команка. Давай смотреть, какой это... Ого, слушайте, это очень крутой пэт. Вот это класс, ребята. Донатская вообще можно не открывать тогда. Ну-ка, давайте-ка, мы сейчас его улучшим. Мы сейчас его сокрафтим, ребят. Ну-ка, давайте-ка. Сейчас мы его вот так берем и крафтим. 80 ксарион нам дает, ничего себе. Так, давайте вот этого уберем. Вот этого экипируем. Слушайте, я сейчас свой лучший результат улучшу, да? И у меня будет максимальная скорость еще лучше. В принципе, мы с вами можем еще раз вот этого пэта улучшить. Да, он у меня самый крутой, если мы с вами троих еще выбьем. Ну, мне надо фармить еще больше. О, рарочка, ребят. Ну-ка, рарочка, давайте посмотрим, сколько будет давать нам рарочка. Это у нас 13%. И она дает 66 косарей. Ну, в принципе, я вот этого могу своего убирать и одевать вот этого. Вообще смешно. Смело, ребят, смотри, что происходит. Мы с вами пэтов прям супер крутых выбиваем. Я еще хочу вот этого Окти, ребят. У меня остается 18 миллионов. Давай анкоманка. Ну, анкоманка такое себе. Нам надо еще, ребята, команку. Отлично. У нас сейчас будет две команки. Улучшенные, да? Ну-ка, давайте-ка так. Где она у нас? Вот так вот берем, крафтим ее. И вот этого убираем. И одеваем вот так. Ребят, ну посмотрите. Я давненько не играл. И просто зашел и сразу же улучшился. Вообще неплохо. Так, ну и это, ребят, у нас последнее открытие, да. К сожалению, мне больше не хватает именно побед, ребят. Смотрите. Так, давайте-ка посмотрим. Получается, я могу, в принципе, вот этого еще убрать, да, и экипировать какого-нибудь вот этого, да. Ну, это к анкоманке, ребят, да. Давайте сейчас посмотрим на мой лучший результат, ребят. Может быть, еще на одно открытие успеем накопить, да, потому что у нас 3-4 миллиона. А, в принципе, мы с вами можем... Опять улетел. Ладно, давайте-ка посмотрим.
посмотрим. Окей, сейчас будем кликать, ребята, и посмотрим. Так, может быть, в тут у нас в магазинчике появились новые какие-нибудь бусты на клике. X2 кликом, но он у меня куплен, ребята. У меня все куплено. У меня вообще абсолютно все куплено. Кстати, шайни штуку можно было нам с вами. А вот это класс, ребята. Вот это я тоже доначу. И я вот этого не знал, то, что у нас будет шанс 3% на то, чтобы открыть сразу шайни. Капец. Ладно, в следующий раз тогда будем этим пользоваться. Давайте, кстати, посмотрим, чтобы в топ попасть, надо 589 тысяч, да? Ну, в принципе, нормально. Я думаю, мы с вами сможем это осилить, да? И, ну, сейчас нет, конечно же. Ну, а зато я смогу себе усилить... Ну, лучший результат. Сделать, да? Давайте посмотрим, кстати, вот на пэтом вот так-то они выглядят. Надо получше их усилить, ребята, чтобы у нас был лучший результат, и мы с вами попали... О, 50 по... скорости, да? Давайте посмотрим, ребята. У нас 405 лучший результат. Сейчас посмотрим, ребята, сколько... Ну, слушайте, что-то как-то странно, но не так сильно мы усилились, да? Я думал, ну, 450, может быть, тысяч будет. Но это, видите, что-то как-то... Ну, ладно, окей. Погнали, ребят. Я нажимаю АФК, и давайте посмотрим, как быстро мы с вами будем сейчас бегать. У меня, кстати, 3,5 миллиона. В принципе, мы с вами, возможно, вот за эти 2 минуты сможем накопить. Я не знаю, 1,5 миллиона сможем или нет, как думаете, ребят? Мне кажется, скорее всего, нет. Если бы у нас был буст, да, буст, который у нас вот здесь находится, давайте-ка попробуем его завязать, ребят. Вот здесь у нас бусты на как раз-таки победы X2 и X3. И, в принципе, с этими бустами, ребята, я думаю... Я вполне себе смогу накопить 1,5 миллиона за один побег, ребят. Давайте-ка посмотрим. Вот так вот донатим и смотрим. 3,5 миллиона. Ну, у нас сейчас, конечно, еще X5. Погнали. Ну, слушайте. Миллионочку мы с вами получаем. Давайте посмотрим, сколько будет в итоге в конце. Ну что, ребят, смотрите, остается 10 секунд. И не, 1,5 миллиона, что-то я слишком много сказал, да. И, ребята, мы с вами получили всего лишь, ну, 500 тысяч где-то, да. Ну, примерно, даже не получили столько, ребят. Давайте, знаете что, я хочу сделать перерождение, так как у нас, в принципе, не так много миллионов, да, давайте мы вот так делаем. Оп! Блин, все скидывается сразу, да? Все победы абсолютно скидываются, ребят. Это печалька, конечно, то, что все победы скидываются. Ладно, давайте посмотрим. Ну, в принципе, смотрите, я доволен результатом. У меня сейчас есть вот такой вот пэт, Shiny Octi, получается второй точно такой же. И в следующем видео, ребята, давайте так, сколько мне нафармить себе побед? Давайте напишите, ребят. В принципе, я думаю, можно накопить 100 миллионов, да, и вместе с вами пооткрывать новое вот это яйцо за 5 миллионов, и посмотрим, кто же нам выпадет, и сможем ли мы с вами вернуться и попасть в топ по скорости. Очень интересно будет это узнать. Ребят, всем большое спасибо за просмотр, не забывайте писать в комментариях, сколько у вас здесь лучший результат. Всем, ребят, пока-пока!